Где полиция номер 5? Что-то все гремит-то. Да. Можете сказать, почему он на служебном автомобиле разъезжает по личному вопросу? Ладно, давайте план. Есть протокол принять. Протокол принять устного заявления. А что такое дело-то грязный? Да вообще какой-то я не знаю, куда он попал. Все гремит. Это полиция, точно? Не точно. Все мигает, все гремит. Вы что? Это антураж. Вы же тепло встретили. Обычно заявление пишут вот на этом подоконничке. Меня никуда не пускают сюда. Да ладно. Да вот здесь вот я написал лично несколько заявлений. Даже не пускали через эту решетку. Пройти. На подоконничке уже? На подоконничке на это. Это бежевая решетка. Офигеть. А сам говоришь, что у меня атмосфера начинается от своих плохов сосудов. А это опер, что ли? Там чуть дальше. Офигеть, ребят, смотрите. И качество предоставления услуг. Тут какой-то полумрак, тень, все стены обшарпаны. Офигеть. Спасибо, Илья Николаевич. Но это вы сейчас покажете красивую картину. О, мое. А нам надо реальность показать. Это просто полумрак, капец. Реально здесь со стенка. Не, вот меня зарадует, там еще это, моргающий. Это надо фильм ужасов тут снимать. Смотрите, ребят. Реально, ничего не работает. Куда мы попали? Носов, смотрите, Носов. Что-то у него даже сам. Что-то все не пропечатывается, блин. Что у них постоянно то на копиях каких-то постановлений делают. На Шишкарна похож. А девушек мало, кстати. На этого похож. Да. Смотри, план, схема. Блин, ребят, тут вообще какая-то дичь. Я никогда такого отдела не видел, реально. А ты говоришь, что в Москве отделы там какие-то. Табличка прикольная. Вот это, наверное, начальник полиции. Отдельно. Это участковый уполномоченный. Это старший участковый уполномоченный. Нет, по лицу видно, что начальник. Ну, старший участковый уполномоченный. Старший, видно, что старший. Он кого-то съел, скорее всего. Он съел младшего. Начальник участкового. Тушил Геннадий Александрович. А там другое лицо. Не нарушая закон. Но единственное, только что я прошу прекратить видео. Вы ошибаетесь. Почему? Потому что информация для кого здесь? Который... Для граждан. Можем фиксировать? Так вот мы фиксируем. Нет, информацию. Информацию, да, согласен. Ну, да. А что? Здесь съемка разрешена. Но не самого помещения. Это начальник того замечательного человека, который сегодня проиграл суд. Почему вы позволяете? Это начальник судебного проводит проверку личного вопроса на служебном. Носов признал судебное задание, что не обсуждает. По вызову суда. По гражданскому делу подал в суд. Сам. Не от министерства внутренних дел. И вы еще его пытаетесь. Запрещаю. Вы запрещаете? Выкладывать мои персональные вещи. Вы в суд подаете. Аплодисменты этому полицейскому. Нет, я посмотрели тоже. Вы который рыженький подполковник, который вас учит вот этим всяким вещам. Что у вас за администрация? Вы запрещать что-то будете? Уточните, все-таки это... Если вы хотите какие-то задать вопросы, у нас есть пресс-служба, УМВД. Да я не журналист сейчас, я к вам обращаюсь сотруднику полиции. Вот где я она тут есть? Это общедоступное место. Но сюда любой гражданин может пройти свободно, согласны? Ну, при предъявлении паспорта, да. А например? Если паспорта нет? Ой. Если паспорта нет, гражданин. Ну, хорошо, есть дежурный, у нее есть база. Скажите, пожалуйста, проверить. Здесь режимный объект, пропускной пункт? Совершенно. Тогда привлеките к ответственности того негодяя, который позволил столько террористов с камерами сюда зашли. Почему террорист? А как же? Если пропускной пункт... кого в терроризме обвиняют? Если просто служебное помещение. Это служебное помещение или будет коридор? Общественное место это? Или нет? Со стендом информации. Смотрите, товарищ майор, здесь вы уже согласились, что здесь находится информация для граждан. Дальше тоже информация для граждан находится. Здесь вот, находится... товарищи полицейские, к которым можно заявить или обратиться, если у него есть какие-то заявления, предложения, обращения, просьбы и так далее. Но если мы вот это все оценим с точки зрения законодательства, с точки зрения того, есть какие-то помехи для гражданина войти сюда или нет, есть ли у него тут какие-то ограничения в плане доступа к информации, то каким образом здесь может быть ограничена видеосъемка? Ну или вообще фотосъемка? Я имею в виду саму планировку помещения.
Я же вам сказал, в целях антитеррористической, только укрепленности. Можно оставишь мою? Вот эта планировка соответствует той планировке, которую у вас Я еще раз говорю, я не специалист. Если у вас какие-то вопросы есть, у нас есть пресс-служба УВД, есть главная служба, которая может подтвердить. Но если есть план эвакуации, то есть, он для граждан же, правильно? Я захожу и... В том числе и для сотрудников, конечно. Ну, правильно. Нет, я могу его фиксировать на видео, этот план? Но не выкладывать в соцсети интернет. В целях антитеррористической прикрывации. Это то есть любой может посмотреть, но выкладывать нельзя, да? А вы как думаете, если я сейчас пойду, если я сейчас зайду в интернет, я смогу найти план этого здания? Нет, не сможет. Еще две минуты. А какое наказание за выкладывание в сеть интернет плана здания? Я же вам еще раз говорю, это в целях антитеррористической. Наказание какое? То есть есть преступление, выкладывание, а какое наказание? Наказание, если только, наверное, что-то произойдет, я так понимаю. Если что-то произойдет, все полетят. В том числе, вот сейчас тот на личной машине приехал в суд, у него есть начальник, видимо, вы, да? Вы должны как-то ответить за то, что он в суд ездит на служебной машине, да. Вы, кстати, итог-то суда знаете уже, нет? Мы только что... То, что он позорно проиграл, да. Я даже не стал забивать ваш отдел полиции. Я просто забил план эвакуации здания полиции. Смотрите, все отделения полиции, план эвакуации. Вы почему брешете? Ой. Я не брешу. Надо арестовать тех, кто выставил эту планы. Это общедоступная информация. Я, прежде чем зайти к вам, должен ознакомиться с планом эвакуации. Вот смотрите, еще. А вдруг что случится? Это же не я выкладывал, смотрите, все планы эвакуации, все ходили не в полицию. Это Носов выложил, там на его страничке. Носов надо арестовать 100 тысяч. Честно скажите, вы его заставили в суд подать? Алло. Если у вас есть какие-то вопросы... Почему Носов разъезжает по личным вопросам на служебном месте? У нас есть пресс-служба отдела. То есть вы не знаете, что это вопросы? Вы как руководитель, получается, не знаете, чем занимается ваш мужчина? Почему? Я знаю. Но его наказывает пресс-служба будет. Дежурная часть. Почему он не принимает? Может, просто... Только вы обратитесь. Обращаюсь. Кто конкретно хочет? Что делать? Я конкретно хочу продиктовать, а конкретно вы, может быть, у меня примете. Нет, примут сотрудник дежурный, честно. Хорошо, давайте. Хорошо. Только ваши данные сам знает, наверное, да? Потому что у вас тоже придется на цель. Мои знают. Хорошо. Саша, нет, он посмотрел. А тут же все открыто, мы ничего не закрылись. Ребят, мы в отделе полиции города Кохма, это Ивановская область у нас, да? И вот у нас победитель в суде. Сегодня суд ему отказал в удовлетворении иска против него от полицейского Носова, который хотел поиметь с него 100 косарей рублей. Вот. И Носов позорно сбежал, вероятно, сюда. И мы пришли, тут какая-то дичь, просто дичь. Ребят, тут нет света практически, тут все мигает, смотрите. Тут как для эпилептиков вообще все, стены обшарпанные. Это капец. И тут говорят то, что обычно заявителей вообще вот там заставляют писать заявление на подоконнике, а сюда вообще не пускают. То есть тут какие-то вообще застенки, там 60-е годы и так далее. Вот это что такое? Вот. Что об этом скажете? Это все правда, на самом деле. И я могу повторить, как вы думаете, сколько сейчас ракет взлетело? Четыре ракеты. Повторите. С газом и без газа. Саш, на третий раз бумага тряпочкой летят. Ну, Владимир Владимирович решил просто заткнуть рот обществу на свои правонарушения, которые граждане фиксируют на видеокамеры. То есть это все такое. Нету практически света. Я не знаю, тут будет связь или нет. Здрасте. Вот в таком состоянии у нас отдел полиции находится. Цветочек почти завял у нас тут. Зачах. Вообще капец полный. Тут план схема района, я не знаю, 60-х годов. Реально ничего не обновлялось. Мне кажется, что давно новые улицы, новые дома, новые кварталы, а тут все по-старому. Носов ссылался на 152-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации, но его доводы были опровергнуты, поскольку он является публичной фигурой и находился на службе. Тем самым выкладывание в сети его изображений не может считаться незаконным. Слушай, а как суд отнесся к якобы доказательствам, которые он предоставил?
Он принял их, нет? Суд не принял никакие его доказательства, поскольку они не были надлежащим образом предоставлены, материально заверены. Все его доказательства – это скриншоты, сделанные с непонятных страниц, с непонятных устройств. Спасибо, спасибо. Мы поздравляем с победой тебя. Спасибо. Да, поздравляем все вместе. Ну вот, ребятушки, вот вам и ответ на вопрос. У ГУСБ же не дураки работают, им учебный фильм пишут. Получается, кто работает у нас в ГУСБ служит, да? Что они им дают, какие команды? Проигрывайте, давайте гражданам судебные издержки за свой счет. Все нормально. А начальство им говорит, идите подавайте в суд. Идите подавайте в суд. Сейчас ты не прав. Вот, думать, теперь Коля. В ГУСБ работают... Ну вот, как ты их назвал, не так. Почему нельзя? Потому что там тоже работают умные люди. Это же сотрудники полиции. Они за счет сотрудников полиции обогащают граждан? Просто непонятно, почему они дают сотрудникам полиции нашим такие рекомендации, чтобы они позорились в глазах граждан. Вот о чем задуматься стоит. Я понял, это фильтр такой. Кто повел свою уловку? Это провокация. Да, это провокация со стороны СБ. Может, они хотят, чтобы граждане зарабатывали? Сотруднику полиции, видимо, мало заработной платы, которую он получает. Мало того, что он уходит на пенсию, насколько я знаю, в 45 лет, он еще решил подзаработать на гражданах. Вообще подколымить, да? Подколымить. Пойдемте в рабочее время, причем на служебной машине. Да, в рабочее время на своей машине суды ездил, да, тем более. Суды ездил, и парковался неправильно. Подрабатывал, да, решил срубить денежек. Отлично. Ну тут как-то более покрасивее. Все нормально. Саня тут? Здрасте. Покажите отвратительный ремонт кабинета. Без вас, хорошо. Слушайте, вообще, как вы тут живете, мы в шоке. Конечно, как хотите. Не, ну мы без вас. Смотри, пожарный безопасный. Вот это запрещено. Это горючие материалы, кстати. Да, деревянная, гипс. А там, если начнется пожар... Гипс, ну ладно. Не начальник. Самое говорит, что можно подойти к начальнику, сказать, блядь. Нет, я такого не говорила. Ну, смотри, это не мать. Нет, я так не сказала. Ну, ладно. Вы тут заявление пишете? Да. А, мы что-то... Вы меня тоже сняли? А? Не, не успел. Я кабинет снимал. А ваши коллеги? Иконы. У меня вообще камера на сейф направлена. Выше сейфа. А, вот у преступников фоткаете, да? Я... А вы следователь, да? И сюда. О, вы преступников тут фоткаете, да? Ой, сейф, вот сейф. Такой сейф у меня оружие не будет. Какой крутой. А почему он открыт? И оружие там, и все там открыто. Нельзя, нельзя. Ну вы это какой вы справа открывать? Да я не открывал, он открыт был. Вот, а теперь вы закрыли. Вот так и должно быть. Но это не мытищи. Я бы сказал, мытищи. Там красота была. Там что пишут внизу? Я пишу о том, что на служебном автомобиле по личным делам. Да. С нарушением и тоже не пристегнутые материалы, это мы все предоставим. Да, пиши, пиши. Ой, я это не буду показывать, это ужас. Что там? Кровь кишки. Становится личность, да, здесь не установишь уже личность. Да. У меня? Что там? Да. Розыск, ребят. Слушай, я давно такого не видел. Если пожар начнется, здесь не потужно. Ну да, дерево вообще-то. Это запрещено. Короче, походу завтра у вас будет новый ремонт. Я так подозреваю. Да нет, у них начальника нет этого. То, что у мужика есть. Пути его потрясут. Пути его потрясут. Ну да. Он был мужчина, он бы сейчас потребовал этот ремонт. Пути эвакуации имеют перепады. Боже, следствие. Нет, это не нос. Олег Геннадьевич. А вот и наш спонсор. А вот и нос. Слава, пожалуйста. Надеюсь, перестерчайте.
А что про кухню разговорчивый? Еще один прошел. Что ты сделал, Ян? Я дверь открыл! Ян, пиши заявление. Побег из курятника. Ну серьезно, это что за безопасность? Я открыл! Террористическая защищенность под угрозой. Допустим, я хочу попасть в отдел полиции. Дверь, смотрите, дверь закрыта, все, мне никак не попасть туда. Потому что за мной сидят сотрудники полиции, как бы пропасть я террористу. Носов уже вошел. Да. Я могу здесь сделать. Сделать вот так вот. Лайфхак. Добро пожаловать. Так, нет подписчиков у тебя, как канал называется? Да как канал никак не называется, ребята, что? Как не ты что, сейчас это канал оказывается? Какой-то это не наш канал. Это не наш канал. Какой-то личный канал у меня был, к сожалению, там название даже я ему никакого не придумал. Поэтому. Ссылочки мы разместим позже. Ссылочки, да. Да, ссылочки разместим позже обязательно. Да, да, да. Когда заведешь свой канал, я считаю, что он у тебя должен был, тем более у тебя уже есть такие замечательные штуки, палка, которых даже у нас нет. Да, палка там, тройной самотык или что это. Я не понимаю. И у вас удержали. Это палка-шугатель. Шугатель Носова, да? Да, да, да. Шугатель. Носошугатель. Носошугатель такой. Просто и бежит. Чем вы занимаетесь? На кнопку домофона никто не реагировал. Это в смысле никто не отвечал, да? На территорию мы не могли попасть. Да. Отсутствуют комплектованные бланки, да? Да, я же пишу на обычном листе, а не на бланке. Отдел полиции не укомплектован бланками заявления. Да не может быть такого. Может. Все, да? Да, там число будет стоять. Я, вы понимаете, кого завешиваете? Еще что-то будет? У меня нет. Еще кто-то будет? Да. Здрасте, как вы себя чувствуете? Да. А в суде Носов, вы я тебе говорил. Да. Да, врач. С, врач? Да. Всеми, ну, спасибо за на заботу. Вы, да. Ну, мне кажется, вас это не касается. Как вы себя чувствуете-то? Вы ответите мне. Вдруг вам плохо, вам помощь может оказать надо. Может, вам красный ответы вот по тому заявлению, у меня ваша помощь по тому магазину. У вас просто нос красный. Приезжал нос. Как будто у вас давление поднялось. Я обратился с сотрудниками ваша помощь. Ответы они немножко отказались предоставить. Но вы не будете умирать? Все материалы, они просто... От давления, не знаю, там от чего-нибудь. От сильных эмоциональных переживаний, вызванных выкладами вашего изображения в интернет. А еще, как я полагаю, вы считаете несправедливым судебное решение. Какой-то в дежурную часть будет? Нет. Или да. Ни у кого не будет. Что вы не представились, наверное, да, будет заявление. Кому представиться? Я призрак, просто там написано гражданину представиться, а я призрак. Действительно, вы не обязаны призраком представляться. Да. Вы не знаете, кто я? Я? Вы? Нет. Именно вы человек написано, в форме знаете, полицейского. Там просто написано обязан представиться. Как хотите, так и. Нет, вы зашли в как отодвинули дверь. Умереть отпустили, зашли. Если вы проверили котел, то еще дайте вкус. Не очень понятно, почему участкового принимают в отделе полиции вместо заявления. Да, мне тоже не понятно. Вы смотрите, жетончик появился. Все, Носов. Ух ты, какой грозный-то, а. Ну, он расстроен, это можно понять. Обращайтесь в пресс-службу МВД. Я не обязан отвечать на данный кнопку. А мой сотрудник полиции, скажите, майор. Да, я сотрудник полиции, я вам поставил. Служба вообще для граждан или для пресс-службы? МВД? Пресс-служба, она отвечает за... Нет, нет, вы служите для майор. Граждан или для пресс-службы МВД? Мы для граждан, мы для граждан. Ну вот вам это, поступило сообщение устное. Вы от него отреагировали? О чем? Ну, вам поступили сообщение. Вы гражданин говорите. О чем? Где? Что возможно, сотрудник, еще раз ДПС, дежурный чат. Так, по поводу сотрудника я объясню только сейчас вашему коллеге, откуда взялась эта форма. Да? Если вы считаете, что совершил какое-то преступление, вот дежурную часть, пожалуйста, обращайтесь. А 730 заявление. Устное заявление. Первый попавший сотрудник. Согласен, согласен 736 приказа, при наличии дежурной части, сотрудник полиции рекомендует обратиться в дежурную часть. Вы ближе. По 736 приказу. Да, это вне отдела. Согласен, принимается заявление. А я не в отделе, я на улице нахожусь. Пожалуйста, я вас провожу. Господин майор,
А скажите, пожалуйста, мы сейчас на улице с вами находимся, правильно? Или в дежурной части? Или я что-то путаю? Мы на территории райотдела. Территория райотдела. Ну, это улица, скажите, правильно? Пожалуйста, это улица, да? Вот мы сейчас, ну, под нами вот небо, ну, не да? Ну, не в помещении. В помещении. При... Ну, вы скажите, говорите, пожалуйста, ваша форма одежды на... вне помещения предусматривает ношение фуражки? На территории фуражки? Райотдела, да. Если бы я вышел за... на улицу, да. То есть вы бы фуражка в головном уборе, да? Совершенно верно. А так как вы тут ходите, в принципе, это не улица, правильно? Это не улица. Это территория отдела. Совершенно верно. Огороженная территория райотдела. Угу. Все хорошо. То есть ваша позиция, что вы сейчас не допустили дисциплинарного проступка, да? Нет. Угу. Хорошо. А вот на этот вопрос нам ответит начальство, да? Паша, машинку сними. А что с ним? Новенькая, посмотри какая. Новенькая, ржавенькая вся, да? Ага. Вот какая тачка. Какие здесь машины? ДПС. У них я поверю, если они подъедут и скажут, что у нас не работают новички. Ага. А руководитель участковый говорит, знаете что, обращайтесь в пресс-службу. Вот так у нас принимаются обращения граждан. То есть посылают сразу... В пресс-службу. Вот. В пресс-службу сразу посылают. У меня все вопросы в пресс-службу, да? Идите в пресс-службу. Да, пошли на участие, выйдите, пожалуйста. Меня не трогайте, пожалуйста. А? Нифига себе. Че? Схватил меня и выпихнул. А мне вот... указывают, что нет, дверь откроет. Почему нет? Майор, вы что? Он представляет мой интерес. Что значит? Устроили вы какой-то балаган здесь. Все достойны, раз на вас зацепили. Кто достоин? Сколько раз вам говорили бейджик повесить? Обязан быть бейджик помощника дежурного? Если вы не знаете законодательство, приходится вот людям, журналистам, общественным деятелям приходить и делать вам замечания, внушение чего. Потом дисциплинарку. Паяли. Выпихнул меня в дежурную часть. А зачем применять физическую силу? Вот эту вот каморку дежурной частью называют. Дежурная часть вон, через стекло. Да, а там дежурная. Это вообще комната заявителя, по идее. Да. Это дежурная часть, отдел полиции плохо. Ну вот посмотрим. Следственный комитет решит, дежурная часть, не дежурная часть. И правомерно вы применили ко мне силу или неправомерно? Выпихивая ли я? Слишком много, если доберется. Как нос. Андрей Викторович, вот что ты желаешь тем росгвардейцам, которые также подали на тебя в суд? Я желаю, чтобы дело дошло до суда. Мы все собрались, получили большое моральное удовлетворение. И в том числе набрали кучу интересного контента. И эти росгвардейцы поняли бы, что тот ролик, который был выложен, это цветочки. Они просто, наверное, не слышали про эффект Барбары Стрейзинд. А нам надо валить отсюда. Слышишь? Куда ни повернись, пожалуйста. А за кого надо голосовать в 25-м округе? Рол Андрей Викторович, Марина, чуть-чуть Печатников. Надо, конечно же, за меня голосовать. Кто еще сделает вашу жизнь лучше? Ну все, это была предвыборная кампания Андрея Орла в Ивановской области. Почему-то в городе Иваново. Да. Не, в городе Кохма. Кохма. Еще лучше. Иваново хоть кто-то знает, а Кохма. Я говорю, да кто знает город Кохма? Ребята? Был тихий, спокойный городок. Приехали московские блогеры. Где здесь шорох? Друзья, прежде чем подать на кого-то в суд, подумайте. Потому что приедут блогеры, покажут вас. И вас теперь не только во дворе будут пальцем показывать. Но! Идите подумайте. Наконец как-то узнают о вашем маленьком городе. О, маленьком, но городе. Кохме еще как узнают, да? Да. Теперь. Вот такая вот хохма в этой Кохме. А здесь не принято, что ли, у вас же бетон выносить, нет? Нет. Вот, не принято. У вас как свой городок, свой номерок такой, да, безжетонный. При внесении охрана общественного порядка. А вы не этим занимаетесь? Здесь что-то никто не занимается внесением охраны. У них такая замечательная формировка, только принесение. Вы постучите, они что-то там не очень. Пустите полицейских, пожалуйста.
Спасибо. Они все занимаются частной миссией. Так, подожди. Да, они занимаются гражданско-правовыми отношениями. Откуда знаешь, что это полицейский? Написано сзади было. Я это люблю читать. Кстати, вы заметите, что майор помощник, а младший лейтенант, руководитель. Оперативный, да. И я считаю, что начальник правильно сделал. Потому что видите, как ведет себя младший лейтенант, и как ведет себя майор. Да, да, да. Майор хочет показать свое знание, свое хамское отношение к службе лейтенанту, младшему лейтенанту. Младший лейтенант отлично выполняет свои обязанности. Более того, он с нагрудным этим бейджиком ведет себя вежливо, корректно. А этот и применяет физическую силу без основания. Вот здесь, где я нахожусь, это не дежурная часть. Естественно. Это такого оборудования. Это комната заявителя. Комната заявителя. Талон возьми, взял Саша. Человека, Саша, талон. При мне человека взял, выпал. Теперь все, одно заявление тебе? Я предполагаю, что, скорее всего, будет отказ у всех, но мы знаем, как мы любим в судах доказывать по 125-й и привлечем не только к ответственности тех, кто сейчас нарушил законодательство и устав, а еще тех, кто бездействовал и дал нам какую-то отписочку. Вот. А что тебя сейчас не выпихивают с территории дежурной части? Должны? Ну, меня выпихнули сразу. Вот он сидит. Нет, ну посмотрите на себя, да, и посмотри на меня. А, ну да. Испугался просто. Нет. Тем более у меня рука перевязана. Нет, я зашел с баблом сразу. Ага. Я так вот, гей, раз. Я продонатил. Целевой донат был, да? Главное не спугнуть. О! Все, не пристегнулись. Не пристегнулись, все, свалили, ребят. Офигеть, да, Андрей Викторович, как так можно? Ты у себя в Марина бы такое не позволил, да? В Марина будет порядок. Со мной в Марина будет порядок. Вот смотри, своя попытка пристегнуться. Была хорошая попытка. Была хорошая попытка пристегнуться, на самом деле, но не увенчалась успехом, к сожалению, для этого. А взгляд его, видели? Взгляд. Так отойди, типа. Ну что ж, ребятушки, это был у нас 5-й отдел полиции по городу Кохма Ивановской области. И здесь мы, так сказать, провели свою проверку, написали заявление и на Носова, и на его коллег, чтобы привлечь их к ответственности, чтобы они не только не нарушали законодательство Российской Федерации, но и думали, прежде чем подать еще и в суд на человека и хотеть нажиться на этом. Вот, но вы пишите, что думаете по этому поводу. Обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте несколько комментариев, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, подписывайтесь на наш второй канал, ссылки все в описании, а также подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм и группу ВКонтакте, все ссылки в описании. Опять же, все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.